славная пожара. Выходит на ковер гимнаст, поступление которых всегда ждут зрители. У нее много поклонников. Это представительница Грузии. Саламе Пажава. Или Сали Пажава, как зовут ее среди своих. Совершенно новое, очень много интересных элементов мастерства, тоже новых абсолютно, и очень эмоциональное, очень стильное упражнение. Молодец. Да, молодец. Это дебют не только самой гимнастки, но и ее купальника. Вот костюм был дошит буквально, я открою маленький секрет, его гимнастка не скрывает, дошит был буквально накануне вечером, накануне многоборья. Бывает особенно в начале сезона, когда гимнастки еще, может быть, не определились и с костюмом, и иногда и с выбором музыки. Еще может многое поменяться. А учитывая, какие сложные костюмы, не только программы гимнасток, но и костюмы их сложные. И надо сказать, что в этом сезоне они все очень выигрышно выглядят. Я не видела ни одной экипировки, которая бы вызывала удивление или недоумение. Все очень грамотно подобрано, все красиво, стильно.